На улице Металлистов дотла сгорел крупный автосервис вместе с популярным автомагазином и складом товаров. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Комплекс расположен возле АЗС. Рядом есть газгольдер, а через дорогу находится территория НПЗ. Так что поволноваться этим вечером пришлось многим. Изначально возгорание не было таким масштабным. Пламя появилось в 8 часу вечера воскресенья на крыше магазина и быстро охватило весь автокомплекс. Брандмейстеры незамедлительно приступили к разведке и защите соседних объектов. Последствия могли быть очень печальными, если бы огонь дотянулся до заправочных колонок. До того, как объект превратился в огромный костер, пожарные успели вытащить на улицу 5 автомобилей. Самые большие из них пришлось вытягивать волоком. Осложнение данного пожара было тем, что здание быстро сборные строительные конструкции металлические, и также сами шпанели. Ну и хранящиеся внутри помещения горюче-смазочные материалы, которые в свою очередь подали быстрое распространение по всей площади. Сотрудники МЧС заливали пламя из 15 бранспойтов, в том числе 2 лафетных. Остановить распространение пламени удалось только через 2 часа. Но к этому моменту из-за высокой температуры уже произошло частичное обрушение кровли. Проливка автокомплекса продолжалась до обеда следующего дня. В тушении были задействованы 15 пожарных машин, 45 человек. Погибших и пострадавших при ЧП нет. Предположительная причина пожара пока не названа. Убытки компании измеряются десятками миллионов. Комплекс фактически придется строить заново. С места происшествия Ульяна Крамаренко, Павел Нестеров и Андрей Алферов.